Краснодарский край, Северский район, хутор Парона-Покровский, Шумейка Раисе Федоровне. 15 мая 1943 года. Добрый день, дорогие Рая и Люся. Передаю я вам свой далекий и скучный привет. А также передайте папаше, мамаше, мамаше, Кате, Еле, Анне, Майе, Василию, Шуре, Шуре, Тае, Вере, Ване и всем остальным. Сообщаю, что моя жизнь протекает по-старому, в обычной обстановке, как и раньше. Правда, одно плохо, что я от вас не получаю писем. За все время получил одно единственное письмо от тебя, Рая, и от Кати, Ели и Василия, за которые благодарю, а больше нет. Не знаю, чем это объяснить, я вам писал уже много писем и открыток, но почему-то видно, вы не получаете их. Рая, мне очень интересует ваша настоящая жизнь. Правда, я сам чувствую, что она у вас сейчас не важна, потому что долгое время находились без помощи. Я вам выслал уже, о чем я ранее писал вам. Рая, напиши, как и что нового у вас произошло, и на те вопросы, о которых я писал. С приветом, Ваня. Мой адрес: полевая почта 04-653, Шумейка, Иван.